Добрый день, друзья мои! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале «Спицы, крючок и фантазия». Сегодня мы с вами свяжем вот такие замечательные пинетки. Пинетки со жгутами, с кантом, с красивым шнурочком и с красивым фестончатым краем у манжета пинетки. Пинетки вяжутся на двух спицах, и они сшиваются по подошве и по пяточке. Ну, это вот такой вот не очень заметный шов, такой стыковочный шов, он как не ощущается ни здесь, ни здесь, и выглядит очень аккуратно. Данные пинетки связаны на возраст. Размер здесь подошвы 10,5 сантиметров, то есть на возраст 3-6 месяцев. И дальше я расскажу, как связать пинетки большего или меньшего размера, если вы захотите это сделать самостоятельно. Для вязания пинеток нам понадобится пряжа. У меня это пехорка «Детский каприз» в 50 грамм, 225 метров. Вязала я в две нити. Спицы номер 3 на длинной леске. Это очень удобно. Значит, для вязания шнурков и для вязания манжет мне понадобится 3 чулочные спицы, а также ножнички, 2 маркера и булавка и игла для сшивания. Размер пинеток, как я уже сказала, по подошве 10,5 сантиметров. Связаны они на возраст 3-6 месяцев. Расход пряжи 60 грамм. Для того, чтобы связать пинетки большего размера, нам необходимо взять либо нитки, пряжу. Значит, это может быть Ализе Baby Wool, две нити Газал Baby Wool, Газал XL. Для того, чтобы начинать спицы 3,5. И вы получите пинетки примерно на, значит, размер подушек 12 сантиметров. Для того, чтобы связать, ну и нужно сказать, что пинетки, вот подошва очень тянется, да, то есть 12 сантиметров, она может растянуться 13-14, то есть до года ребенку хватит. Если вы хотите связать совсем маленькие пинетки, значит, изначально вы набираете не 34 петли, а 30 петель, и соответственно распределение идет по подошве немножко другое. Вот, либо вы берете более тонкую пряжу. Итак, я беру нить, отмеряю кончик примерно где-то 60-70 сантиметров, беру спицы номер 3 кольцевые и начинаю набирать обычным способом 34 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Итак, я набрала 34 петли. У меня остался вот такой вот кончик для сшивания подошвы и пяточки. Начинаю вязать первый ряд. Первую кромочную я всегда буду снимать, последнюю кромочную провязывать лицевой. Первый ряд я вяжу полностью лицевыми петлями. Провязали первый ряд, со второго ряда мы начинаем делать прибавки на подошве. Первую кромочную снимаем, одна петля лицевая, затем делаем накид, провязываем 14 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, накид, 2 лицевых, накид, 14 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Накид, лицевая и кромочная, которую провязываем лицевой петлей. Мы провязали второй ряд. Вяжем третий ряд. Первую кромочную снимаем. Все петли вяжем лицевыми. Накиды предыдущего ряда вяжем скрещенными лицевыми за заднюю стенку. Вот подошли мы к накиду за заднюю стенку скрещенной лицевой. Еще один накид за заднюю стенку скрещенной лицевой. Накид за заднюю стенку скрещенной лицевой и кромочную, которую провязываем лицевой. Мы провязали третий ряд. Точно так же, как третий, мы будем вязать пятый, седьмой и девятый ряды. Вяжем четвертый ряд. Кромочную снимаем. Две лицевые. Накид. 14 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4. Накид, 14 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, накид, 2 лицевые и кромочные. А для тех, кто хочет вязать подошву самостоятельно, схема подошвы будет дана прямо под видео в инфобоксе. Итак, мы провязали четвертый ряд. Пятый ряд вяжем как третий. Вяжем шестой ряд. Кромочную снимаем. Три лицевых. Накид. 14 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Накид, 3 лицевых и кромочная. Седьмой ряд будем вязать так же, как третий. Вяжем восьмой ряд. Кромочную снимаем. 4 лицевых. 2, 3, 4. Накид. 14 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13,
14, накид, 6 лица, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, 14 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, накид, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4 и кромочная. Следующий 9 ряд будем вязать как 3. 10 ряд мы будем вязать все петли лицевыми. Итак, мы провязали 10 рядов и закончили вязать подошву. Нить вязания и нить начала вязания у нас с одной стороны справа. Теперь мы будем вывязывать вот этот кант. Нам нужно провязать лицевую гладью 6 рядов. Это значит, с лицевой стороны мы будем вязать лицевые петли, а с изнаночной стороны изнаночные петли. Вяжем 6 рядов самостоятельно. Провязали мы 6 рядов лицевой гладью. И сейчас нам нужно будет соединять наш кант. Для этого я беру спицу чулочную. И смотрите, вот я ищу начало вязания нашего канта. Вот первый ряд. И делаю вот таким образом. Вот все петельки надо посчитать. Значит, в результате того, что мы сделали прибавление, у нас на подошве получилось, вернее, на спицах подошва 50 петель. Нам нужно набрать 50 петель вот этой чулочной спицей. И внимательно смотрите, чтобы на другой ряд не перейти. Вот так. Мы будем делать, поднимать. Вот. Видите, она должна вот так вот в одном ряду располагаться, все эти петли. Еще парочку покажу, и потом сделайте самостоятельно. Все, делаем самостоятельно до конца. Считаем петли. Вот так у меня выглядят набранные петли. Их тоже 50, как и на основной спице. Вот. Вот здесь я смотрю, что у меня с одного ряда все эти петли набраны. И сейчас я буду делать соединение этих петель и формирование кантика. Значит, можно это делать по-разному. Я делаю это следующим образом. Петлю с передней спицы я снимаю, а со второй, с задней спицы, провязываю петлю лицевой и перекидываю на нее предыдущую петлю. Опять, значит, петлю снимаю с первой спицы, на второй спице я петлю провязываю и вторую петлю перекидываю через нее. Все, две петли соединила. Опять петлю снимаю с первой спицы, на второй спице петлю провязываю и перекидываю на нее предыдущую. Петлю с первой спицы снимаю, на второй петлю провязываю и перекидываю. Так мы делаем до конца ряда. Итак, смотрите, вот у нас что получилось. Это на лицевой стороне. Вот так это выглядит на изнаночной стороне.
Наше вязание я разделила на три части. Боковые части у меня будет по 14 петель. Их я буду вязать платочной вязкой. И с этой стороны точно так же. Среднюю часть я буду вывязывать вот этот узор. Вот боковые части. Вот средняя часть. Так. С изнаночной стороны мы соединили кант. И вот я вяжу следующий ряд. Кромочную снимаю. 14 петель я вяжу платочной вязкой до маркера. Маркер перекидываю. Теперь я среднюю часть вяжу 2 изнаночных, 2 лицевых, 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 2 изнаночных. Все, у меня средняя часть закончилась. Перекидываю маркер и вяжу боковую часть платочной вязкой. То есть и с лица, и с изнанки это будут лицевые петли. Все, кромочную, лицевой. Все, поворачиваю изделие на лицевую сторону. Петли боковой части я вяжу платочной вязкой. А в средней части я буду формировать уже узор. Маркер перекидываю. Здесь я буду делать перехлест. Можно делать перехлест лицевую снять, другую провязать и поменять их местами. Можно сделать вот так. Значит, первую лицевую я снимаю, вторую провязываю и затем меняю их местами. Вот, поменяла местами и первую петлю я тоже провязала. Изнаночную вяжу без изменений. Опять первую вот лицевую из двух, первую сняла, вторую провязала. Дальше поменяла их местами, то есть скрестила и провязала теперь первую. Изнаночные вяжем изнаночными. Дальше опять лицевую первую снимаю, вторую провязываю лицевой, меняю их местами. И провязываю вторую лицевой. Лицевую снимаю, одну, вторую провязываю, меняю их местами и провязываю вторую. Здесь следующие две петли делаю то же самое, лицевые. Изнаночные провязываю изнаночными. Так, лицевую снимаю, вторую лицевую провязываю, меняю их местами и провязываю вторую лицевую. В результате у меня вот такие перехлесты. Их я буду делать только в лицевых рядах. Боковые части вяжу платочной вязкой. Из верха я, считайте, провязала первый ряд. Нет, не первый, третий ряд, да? Третий ряд. Первый ряд у меня был. Вернее, второй ряд я провязала, да?
Первый ряд у меня был изнаночный, пусть он будет подготовительный. Вот этот я провязала первый ряд с прихлёстами. Второй ряд у меня изнаночный. Я буду вязать его следующим образом. Боковые стороны я вяжу платочной вязкой. Центральную часть я буду вязать по узору. То есть над лицевыми, над изнаночными я буду вязать изнаночные петли. Над лицевыми я буду вязать лицевые петли. Над лицевыми лицевые. Над изнаночными изнаночные. Перекидываю маркер, и боковую часть я буду вязать платочной вязкой. Итак, у нас связан подготовительный ряд, первый и второй ряд. Сейчас мы будем вязать первый и второй ряд, чередовать. То есть по лицу мы будем вязать первый ряд с перехлестами. По изнанке мы будем вязать второй ряд, как второй ряд. Здесь по рисунку, здесь платочная вязка. Вот. Вяжем таким образом, пока у нас вот здесь вот не будет 6 бороздок, вот таких вот изнаночных. Мы провязали верх нашего ботиночка. Смотрите, если мы считаем вот количество рядов 1, 2, 3, 4, 5, 6, вот это бороздок, 6 бороздок, у нас здесь 11 рядов. Мы начали с изнаночного ряда и закончили изнаночным рядом. Так, смотрите, сейчас нам нужно делать убавки для формирования мыска. И мы будем делать следующее. Кромочную снимаем, петли боковой части до маркера мы вяжем лицевыми или платочной вязкой, да? Значит, петли центральной части как мы будем вязать? Лицевые 2 лицевые мы провяжем 2 вместе лицевой, 2 изнаночные мы провяжем 2 вместе изнаночной, 2 лицевые провяжем 2 вместе лицевой, 2 изнаночные провяжем 2 вместе изнаночной, 2 лицевые 2 вместе лицевой, 2 изнаночные провяжем 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной. Подтягиваем, чтобы у нас не было там отверстий. 2 вместе лицевой, 2 вместе изнаночной и 2 вместе лицевой. Мы уменьшили количество петель мыска в 2 раза. У нас теперь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Перекидываем маркер и вяжем боковую часть платочной вязкой. Довязали лицевой ряд. Дальше мы будем вязать изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы вяжем по узору. Боковые части мы вяжем по-прежнему платочной вязкой.
доходим до маркера, маркер перекидываем. Здесь мы вяжем одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, одну изнаночную, одну лицевую, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Перекидываем маркер, вяжем боковую часть платочной вязкой. Итак, мы сделали ряд убавок, и второй ряд мы провязали по узору. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, следующие два ряда мы провяжем по узору. То есть по бокам мы будем вязать платочную вязку. Здесь у нас будет чередоваться в середине, в центральной части. Лицевая, изнаночная. Поворачиваем на изнаночную сторону. Здесь платочная, здесь чередование лицевых и изнаночных, и здесь платочная. Свяжем это самостоятельно. Так, провязали мы ряды. Смотрите, у нас от канта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот таких 8 бороздок. И сейчас мы будем делать вторую убавку центральной части. Кромочную снимаем. Петли до маркера вяжем платочной вязкой. Дальше перекидываем маркер. У нас лицевая и изнаночная. Мы вяжем 2 вместе лицевой и подтягиваем. Лицевую и изнаночную вяжем 2 вместе лицевой. Лицевую и изнаночную провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Лицевая и изнаночная провязываем 2 вместе лицевой. Лицевая и изнаночная провязываем 2 вместе лицевой. И здесь у нас просто лицевая петля, провязываем ее лицевой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель осталось в центральной части. И по бокам по 14 петель. Это у нас получается так, 28, 14, 14, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Значит, боковую часть мы вяжем платочной вязкой. Так. И нам нужно связать изнаночный ряд. Поворачиваем, и здесь мы вяжем платочной вязкой, здесь лицевыми петлями. Ну, в итоге получается весь ряд лицевой. Вот. Все петли лицевые, и маркеры мы можем уже убрать. Платочная вязка, здесь лицевые петли. Ой, здесь, вот здесь изнаночная, извините, в центральной части. Так. Так, маркер я убираю. Центральная часть, 6 петель, вяжем изнаночные. Что-то зацепилось. Так, все, маркер второй тоже снимаю. И боковую сторону провязываю лицевыми петлями.
Так, лицевая. Все, мы связали верх нашего пинетка. И сейчас мы будем вязать резинку, манжету. Так, вот так у нас выглядит пинеток. Сейчас продолжим. Значит, смотрите, если кто-то хочет вязать манжет точно так же, да, продолжение, сшивать его, вы можете это сделать. Я манжет свяжу цельный. Для этого мне понадобится 3 чулочные спицы. Или можно вязать методом Magic Loop. Значит, вот это у нас будет петля лицевая, следующая петля изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. На чулочную спицу я чулочные спицы вяжу номер 3. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, ну, практически половина петель я связала на одну спицу. И дальше вяжу, так, с лицевой мне надо, лицевая, изнаночная, 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 лицевая, изнаночная. Так, мы провязали один ряд. Я убираю кольцевые спицы и буду вязать на 3 спицах по кругу. То есть вот сейчас я буду вязать здесь. Так, смотрите, вот у меня от дальней спицы нить, и я начинаю вязать вот на ближней спице лицевую первую, и дальше у меня идет по узору лицевая, изнаночная. Вяжем по кругу, всего должно быть 29 рядов. Перехожу на эту спицу. Когда тонкие спицы, можно вязать вот таким образом. Так, я закончила ряд. Смотрите, у меня здесь не очень сблизилось. И сейчас я буду подтягивать нить, чтобы вязать, чтобы здесь не было потом отверстия. Вяжем самостоятельно 29 рядов и встретимся, будем закрывать наш манжет. Провязали 30 рядов. Посмотрите, вот она, эта резинка получилась ровная очень, несмотря на то, что мы вязали на 2 спицах. Вот. Сейчас мы будем закрывать. Закрывать будем мы, смотрите, вот так, вот таким образом. Вот с накидами. Для того, чтобы вот края манжеты не стягивали ножку ребенка.
Так, я провязываю одну петлю, затем накид делаю и провязываю следующую петлю. Этот накид я вот так набрасываю на петлю провязанную, и петлю до этого связанную тоже набрасываю на провязанную. Так, опять у меня петля, накид, следующую петлю вяжу, накид набрасываю и петлю набрасываю. Накид, провязываю петлю по узору и набрасываю на нее накид и предыдущую петлю. Опять делаю накид, провязываю по узору нашу резинку и набрасываю накид и петлю. Вот так это получается, вот так это с лица выглядит, вот так это выглядит с изнанки. Немножко как будто фестончатый такой край, ну, красивый, не стянутый. Вот таким образом мы закрываем до конца ряда. Я закрыла таким эластичным способом. Вот так будет отворачиваться, и вот здесь вот такой вот симпатичный краешек будет. Нитку я уже спрятала, обрезала. Значит, нам нужно сейчас разделить вот эти нити и сшить сначала подушку, потом пяточку и заднюю поверхность. Итак, начинаем сшивать. Разделила нить на две части, закрепляю пяточку. И сближаю петли для того, чтобы не было здесь грубого шва. Вот эти петли, видите, они прям смотрят в сторону среза. Сшиваем до конца. Так, уже подходим мы к носику. Вот здесь вот вкалываем нить, переводим на изнанку. Здесь обязательно надо закрепить нить и спрятать ее в прямом и обратном направлении. Все, нить обрезаем. Можно посмотреть после стирки изделия. Если будет ниточка торчать, ее бы еще раз обстричь. Так, вот такой шов плоский абсолютно на подошве. Второй частью нити мы начинаем вот эти узелки сближать между собой. Для этого нам нужен узелковый край. Когда мы вяжем, поэтому мы кромочную провязываем лицевой петлей. Так, в области вот этого канта надо тоже очень аккуратно все это сшить.
сшиваем. И здесь тоже сшиваем по узелковому краю. Смотрим, чтобы здесь не образовывались отверстия. Так, и вот здесь нам нужно вот посмотрите. Все, переводим на изнаночную сторону. И точно так же обязательно закрепляем нить и прячем ее в петлях в прямом и в обратном направлении. Все, нить обрезаем. Наш пинеток готов. Нам нужно сейчас связать шнурочек. Вот такой вот шнурочек. Значит, хочу обратить ваше внимание на шнурок. Вот он такой квадратной формы. Вяжется по методу полого шнура, но на двух петлях. Для этого у нас нам нужны спицы номер 3 чулочные, и мы набираем 2 петли. Вот они, 2 петли, и начинаем вязать. Провязываем эти 2 петли лицевыми, перемещаем их на правый конец спицы. Опять провязываем лицевыми, перемещаем на правый конец спицы. Еще раз провязываем лицевыми, перемещаем на правый конец спицы. И так мы вот так будем вязать шнур длиной 60 сантиметров, для того чтобы хорошо завязались бантики, удобно было закреплять на ножке малыша пинеток. Ну вот, смотрите, уже видно, как получается. Вот. Вяжем длину 60 сантиметров. Итак, друзья мои, наш мастер-класс подошел к концу. Мы связали вот такие замечательные пинетки с красивыми шнурками, с такой красивой фестончатой, с манжетом таким красивым фестончатым. Вот такой вот мысочек красивый и кант. Сшили очень аккуратно эти пинетки, вот посмотрите. Вот. И таким образом у нас уже пополнились наши навыки по изготовлению пинеток.
Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. С вами была Ирина, и вы были на моем канале «Спицы, крючок и фантазии». Всего доброго, до новых встреч!